SkyDisco PatiBox 10. В комплект колонки входит ремешок для переноски, провод для зарядки от любого блока 5 вольт, пульт дистанционного управления, два беспроводных микрофона и само устройство, сама Bluetooth-колонка. Колонка у нас на аккумуляторах, а микрофоны нужно ставить по 2 пальчиковые батарейки. Микрофоны уже настроены, ничего настраивать не нужно, просто включите их. Также у самой колонки есть встроенная светомузыка. Управление колонки, как вы видите, достаточно простое. Здесь у нас включение и настройка громкости. Здесь есть разъем для дополнительных микрофонов, разъемы для карт USB, TF-карта, гнездо провода AUX, управление MIDI-плеером, настройка эхо и громкость микрофонов. То же самое продублировано на пульте дистанционного управления. С помощью такой Bluetooth-колонки вы можете в любой момент оказаться в караоке-клубе. Просто найдите ее по Bluetooth в вашем телефоне, либо в вашем планшете, а еще лучше в вашем телевизоре, в настройках телевизора Bluetooth, как я сейчас это делаю. Добавьте ее. Пожалуйста, добавили. А теперь найдите любой караоке ролик в приложениях, либо, может быть, он у вас записан на устройстве. Например, выберите YouTube. Выберите слово «караоке» в поиске. Включите любимую песню. Включите микрофон. Раз. Раз, два, три. Подстройте громкость. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Караоке-система готова.